Болдар Ньюс. Юмор глазами детей. С вами Альмира и Нурсултан. Ну что ж, поехали! Женщина, которая решила после 6 не есть, выпила котлету. Объявление. Нурлан Насип меняет свадебное платье своей жены на BMW X5. Режиссера Ежалаш избили мальчишки и девчонки, а также их родители. Рыбаки забивают гвозди рыбу молотом, а пилят рыбопилой. Жасмин постирала ковер-самолет Аладдина, теперь он не может летать, как прежде. Принц отказался брать замуж Белоснежку, потому что ему не нужна мать семерых детей, а еще и бородатый. Вежливый человек посылает всех в магазин. В детстве Тимати накалывали оценки на тело. Ну вот и все наши шутки. С вами были Болдар Ньюс. Всем пока!